15 сентября пожилые люди Рокишского района ждали гостей из Плунге и Биржи. Встреча состоялась в Рокишском краеведческом музее. Здесь участники приняли участие в образовательной программе по рисованию на стекле, где они развили свои навыки рисования и принесли домой стакан, украшенный их рисунком. После образовательной программы участники осмотрели красивую усадьбу Рокишкис, ознакомились с ее историей и ценностями, а также осмотрели произведения искусства резчика по дереву Лёнгинаса Щепки. После знакомства с историей усадьбы необходимо знать происхождение названия города Рокишкис, поэтому участники приняли участие в новой театральной программе «Знаменитая тайна названия города Рокишкис». Во время обучения красиво слилось общение двух поколений – молодежи и старших. Молодежь провела это обучение для пожилых людей. Узнав происхождение имени Рокишкис, пожилые люди не могли пропустить гордость Рокишкиса – Церковь Святого Матаса. Здесь они участвовали в образовательной программе «История Церкви Святого Матаса в Рокишкисе». В ходе программы участники не только узнали об истории церкви, но и познакомились с ее сокровищами, подземельями и так далее. После всех занятий, хоть и усталые, но с улыбками, разошлись и ждали продолжения мероприятия – встречи с биржей.